Всем привет! Сегодня снимем для вас обзор ужина в отеле Amara Premier Palace. Сегодня ужин в турецком стиле. Смотрите, какие все дружелюбные. Турецкий ужин у нас сегодня. Рыбка, да? Что хочешь? Лак хочешь? Итак, рыба на пару. Ароматненько. Карный ярык какой-то. Похоже, что на баклажаны. Так, мясной рагу с овощами. Рис. Он и в Турции рис. Колбаски, в общем. Курица топ-копы, да. Так. Брокколи. Вареные брокколи. Холодные закуски, салаты. Это что, хумус? Овощи, кукурузка, салатики. Так, здесь у нас огурчики малосольные, йогурты, уксус, лимонный соус, да, все заправки. Так, курица, шаурму, наверное, делают. Макарошки. Наггетсы. Давай сразу сладкий стол снимем, раз сюда подошли. Это что-то такого не было, да, даже не знаю, что это. Вот этого не было. Сегодня больше. Больше турецкого. Турецкий вечер. Класс. Надо попробовать.
Смотри, какой тортик красивый, да? Ну, придется сегодня нам сладкого покушать. Столько всего. Пойдем дальше. Бургер готовят. Мы уже с этой стороны фрукты тогда снимем. Бананы, яблоки, арбузик, апельсинчик, арбузик, в общем-то и все. Овощи гриль у нас. Лепешки, пицца. Ну, хлебушек стандарт. Давай посмотрим, что здесь. Вот здесь пекут гюзлиме. Что у нас здесь? Тоже заворачивают лепешку. Кошка. Горох с мясом, фаршированные перцы, баклажаны в томатном соусе. Так, супчик. Куриный суп с рисом. Такой супчик темненький. Суп из рубца. С какого рубца? Можно добавлять сюда супчик. Посмотрим, что с этой стороны еще. Шашлык из печени. И рыбка гриль. Рыбка купра. Шашлыки, овощи, гриль. Там было много народу вначале. Еще раз покажу, что здесь есть. Мяско. Кабачок, баклажаны, рыбка. Жареная говядина. Зайдем еще в детский ресторан, посмотрим, что на ужин там подают. Выглядит. Туалет. Здравствуйте. Так, соки.
Ну и чайный уголок, чай, кофе. Напитки приносят сотрудники. Есть бар, можно взять самому. Пиво, вино, пакетированный сок. Смотрите, какие сладости на ужин. Ну что, набрали мы немножко, что я взял, немножко картошечки, овощи на гриле, шашлычок какой-то был, говядина, еще какое-то мяско, в общем, рыбу сегодня не брал, уже ее объелся. У меня долма. Женька, что там, долму? У меня курица топ-копы. Да, курица топ-копы. Это мы не знаем, что, если честно, но там стояли тарелочки. Что-то национальное хотим попробовать. В общем, народу сегодня, кстати, в момент съемки было много, неудобно было снимать. Ну, сняли, я думаю, будет понятно. Самое главное, все есть. Мясо, рыба, сладкого много. Нам приятного аппетита, вам приятного просмотра. До новых встреч!